В 2017 году в республике было создано 385 рабочих мест. Увеличение числа новых рабочих мест и повышение заработной платы. Такие задачи ставит перед собой Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан в текущем году. На коллегии ведомства были обсуждены итоги деятельности за прошедший год и намечен план дальнейших действий. По итогам 2017 года Министерством промышленности и торговли было создано около 400 рабочих мест. Удалось увеличить уровень заработной платы на 15%. Средняя зарплата жителей республики на сегодня составляет 23 тысячи рублей. Объемы производства импортозамещающей продукции достигают суммы около 4 миллиардов рублей. Запущен еще один проект, хороший проект. У нас 5 индустриальных парков. На выходе есть 3 индустриальных парка. Ну, конечно, их надо наполнять промышленными предприятиями. Нужно создавать соответствующую инфраструктуру. Инфраструктурные объекты надо строить. Ну, это, конечно, будет чуть сложновато, но тем не менее, уж есть программа, соответствующая программа республики, которая в последующем даст возможность и построить, и привлекать федеральные деньги на инфраструктурные объекты. Главным приоритетом министерства на текущий период является поддержка перспективных сфер и развитие новых направлений. Основные цели, как и всегда, это рост объемов производства, создание новых производств и рабочих мест, а также увеличение зарплат. Для дальнейшего развития производства ведомство намерено произвести технологическую модернизацию предприятий и отраслей, создать и развивать индустриальные и технопарки. В 2018 году хотим мы увеличить объем промышленного производства не ниже 15%, 10-15%. Также создание новых рабочих мест, которые будут возникать новые рабочие места. И производительность труда увеличена на 10%. И также импортозамещение более 1,5 миллиардов. Поэтому и новые кадры, и работа с учебными заведениями. Вот такая работа будет в целом поставлена, и задача, и будет в 2018 году. При неплохих показателях на коллегии все же был отмечен ряд проблем, одной из которых является отсутствие квалифицированных кадров. Для ее решения на промышленных предприятиях создаются кафедры и учебно-технические центры. Их деятельность будет направлена на подготовку специалистов для работы на высокотехнологичном оборудовании. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.